кур... Какого хрена, где вы, блядь, нахватались этого? Йоу! Йоу! Блядь, 2024 год на дворе. Знаете, когда говорили слово йоу, блядь? Когда у людей, нахуй, у людей на календаре было еще 2004, 20 лет назад это было модно. Когда распальцовка была модна. Когда было модно носить, блядь, балахонистые кофты. Когда можно было пиздиться между рэперами и рокерами. Это модно было тогда, когда это не модно сейчас. Что вы, блядь, что? Что значит йоу? В каком, блядь, году, нахуй, и ты живешь, друг? Привет, мудила. Привет, Делириум. Привет, Импори. Привет, Артём. Ты чего? Я год говорю так уже. Ну, просто, блядь, это ебанутая какая-то тема. Я говорю не потому, что ты так говоришь, а потому, что была волна долбоебов, которые все поголовно, вне зависимости от того, что происходит, они просто говорят «Йоу!» Как ебаные зомби. Представляете? Просто вот такая ситуация, нахуй. Какой-нибудь Walking Dead идет, и блядь, там серия, нахуй. И зомби нападают на ферму, и все такие «Йоу!» Вот меня так доебали все эти ребята, которым просто спиздануют, лишь бы что-то спиздануть, и они постоянно пишут «Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу!» Первый раз это прикольно, первый раз я это даже уважаю. Второй раз это, наверное, ну, блин, ладно, окей, забавный тренд. Третий раз смотришь, четвертый раз «Ебаный в рот!» Это что, извержение, нахуй? Рэп-вулканы или что? Какого хуя происходит? Их все больше и больше становилось, и в какой-то момент у меня уже... Я как будто Blackpilled стал. Вот, я уже не могу просто на бейсболе смотреть на это. Но я работаю над собой. Каждый из нас должен работать над собой, чтобы этот мир не провоцировал тебя, меня и всех остальных, кто это слышит, на эмоции. Потому что он любит вот это вот окружение, вот этот вот бог, который является миром вокруг нас. Он любит провоцировать, он любит, когда ты изводишься на эмоции, чтобы кольнуть тебя, и ты такой «Ау!» Он смотрит на тебя, ему забавно издеваться над тобой. И они продолжают колоть, и ты такой «Да, блядь, как же меня рвет, как же у меня, да, как же у меня пердак разлетелся на куски». Им это забавно. Они хотят, чтобы вы злились и бомбили. Но если им этого не дать, если этому миру, в котором мы живем, который является чем-то тоже живым сам по себе, наблюдая за нами, если ему этого не дать, то получается неплохая конкуренция, так сказать. Получается вы конь ретивый. И это уважает Господь. Господь это любит. Господь любит на самом деле, когда люди страдают, блять. Но я думаю. Я-о-а. Привет всем игнорщикам. Ёбанутым. Ёбанутым. Итак, этих долбоебов называют июль. Нет, это не июль. Я тебе говорю, блять. В июле так не говорят. В каноничном июле, само собой. Блять. Короче, первое, значит, не триггеритесь на всякую хуйню, не изводите свои драгоценные нервы на мелочи. И второе, думайте своей головой, когда дело касается каких-то тупых трендов. Потому что, примыкая к каким-то ебанутым и дебильным, отстойным, конченным трендам, вы стираете собственную идентичность и передаете бразды управления своим собственным «я» некой абстракции. В лучшем случае некой абстракции, некой серой какой-то массе, и в худшем случае какому-то единственному человеку. А это омерзительно, на мой взгляд. Когда вами владеет какой-то человек. Да, ну, просто представьте, что вы мужчина, блядь, и какой-то другой мужчина что-то придумал, и вы потом за ним повторяете это все. А он это просто выкинул как бы из головы. Это просто вот как бы для него, это как плюнуть. Вы подобрали этот плевок и мусолите его.
и мусорили этот его плевок, постоянно повторяя одну фразу. Он один раз это сказал, типа там, я не знаю, а вы такие хотите как будто быть похожим на него. И повторяете, повторяете снова и снова. И кто вы после этого? Вы не он. Вы тот, кем он владеет. Представьте, вы мужчина, и вами мужчина сзади владеет как-нибудь. И вот у меня такие ощущения, когда я делегирую, так сказать, свою индивидуальность кому-то, кому-то другому, и начинаю вот как бы какие-то тренды подхватывать прикольные. На самом деле не прикольные. В общем, да. Теперь вы знаете. Теперь все знают. Я официально сказал, у меня триггер на йоу. Но слава богу. Смотри, насколько кружка может быть греческой. Допустим, если я хочу нарисовать греческую кружку, я делаю как? То есть вот у меня есть кружка с контуром черного цвета. Вот такая вот круженция. Условно говоря, да? Не дакать. Вот. Как любили греки. Греки любили вас, а вы их предали. Они хотели быть цивилизацией, которая задаст. Смотри, греческий узор — это то, что является вот этим. Раз, два, три, четыре, пять. И дальше он повторяется каким-то вот, наверное, таким образом. С такой периодичностью, может быть. Стоп, я лажу ебанул. Я ебанул какую-то лажу. Раз, два, три, четыре, пять. И пошла Греция. Вот она, вот уже чувствуете греческий дух. Здесь гречкой пахнет. Здесь пахнет, знаете чем? Чем в Греции должно было бы пахнуть? В Греции должно пахнуть, мне кажется, я не знаю, подношениями каким-нибудь богам. А что подносили всяким афродитам? Мясо. Скорее всего, там просто тушками пахнет какими-нибудь тюленями, оленями. Благовония, может быть, возжигали для того, чтобы Афродита насладилась. А для Аполлона что? Пиво, блять, я не знаю, просто поставили. Мне кажется, что половина всей Греции была вот в этой хуйне, в подношениях, которые... Да, мы же не можем представить, что эти подношения никто не забирал никогда в жизни себе. То есть боги не приходили, они не являлись, чтобы забрать это, а значит, кто-то другой забирал. Потому что в противном случае все эти жертвенные ягнята, они пропали бы. Она, кстати, с крышкой для лучшей заварки. Для лучшей заварки, а может быть, это крышка для пусечек, которые не могут. Вот она крышка, блядь, твоя. Да-да-да. Вот она крышка твоя. Смотри, если они с крышкой... Крышка для заваривания, это круто, хорошо, наверное. Но, а что если это крышка, которая предотвращает остывание твоего чая? Мне кажется, все приборы, которые предотвращают изменение температуры внутри ваших блюд... это для пусечек, это для неудачников и... ВК чекни. Я закончу свою мысль. Так вот, я просто ему шляпу нарисую, блять, вместо крышки. Если вы не можете вовремя выпить свой чертов чай, чтобы он не остыл, то, скорее всего, вы просто тоддлер, какой-то младенец маленький, крохотный младенчишка, телепупик, просто пузырек, который ползает на четвереньках и не может ничего больше сделать со своей жизнью, он не может даже вовремя выпить кружечку чая, чтобы он не остыл. Настолько беспомощный. Вот эти термосы, все такие: о, у меня такой крутой термос, потому что я жесткий мужчина, я пойду с этим термосом на охоту. Нет, это значит, что ты не супер, то супер мужчина, блять, который на охоту ходит ебашить зверей и всех остальных, кто попадется, охотится на грибы. Нет, это просто значит, что ты не можешь выпить свой чай вовремя. О,
Мне нужна посуда. Мне нужна посуда, чтобы сохранить мою еду холодной. Просто съешь эту еду, пока она холодная, и все. Мне нужна посуда, чтобы съесть мою еду горячей, блядь, чтобы сохранить ее. Съешь ее горячей. Все. В чем проблема? Я хочу донатить, а можно бы, вот бы валюта была в джоулях. Нафиг разогрел бы себе на нее чай и сдвинул таз и зарядил свой торт. Сдвинул таз и за... Блять, прикольная формулировка. Это было бы очень классно. Чисто накрутил педали в качестве донейшн, в качестве сообщений на пейджер. Будем так решать. Значит, что там было? Был вопрос про ВКонтакте. Я чекаю социальную сеть. Вижу гречку, вижу кассеты с гражданской обороной, удлинитель, ну просто огромное количество розеток, в которые воткнуто всего две вилки почему-то. Не знаю, зачем такая вот эксцессивность, изобилие, вот это вот. Знаете, все как бы кроме кассет гражданской обороны, тут кричит об эксцессивности. Я не буду показывать, наверное, картинку, но я могу показать. Если человек в чате скажет, что можно показать, я покажу. То есть эксцессивность, избыточность. Избыточность проявляется в свободных слотах в удлинителе. Бесконечное количество розеток. Огромное количество энергии, которое никто не использует. Далее, можно. Далее идет кружка. Кружка, на которой происходят какие-то адские луперкали. Гуляние. Итак, демонстрация произойдет прямо сейчас. Вот, вот эти блядские гуляния, где шлюхи поднимают, демонстрируют свои подмышки всем, даже обычной птице, которая не имеет никакого права смотреть на женские подмышки. Она ничего не сделала для этого общества полезного. Она не является джентльменом, который заслужил своим галантным поведением благосклонность женщины. Это просто шлюха, которая показывает вороне, ебаные, блядь, голубики. Я не знаю, как птица это называется. Как назвать голуби, который же является женщиной? Не голубика, голубка. Может быть, это даже и не мужчина, блядь, я имею в виду птица. Что если это женщина-птица? Получается, это еще и лесбийское, блядь, развращение. И видите, вот это вот сусальное золото на on top of it. Знаете, это вообще на тюбетейку похоже. На какую-то татарскую тюбетейку, которую надели просто на чертову кружку. Вот это сусальное золото, вот эта керамика абсолютно черного цвета, я уверен, которая стоила миллионы, миллиарды, блядь, этих драхам греческих. Все говорит о просто избыточности, так же, как эти розетки. Единственное, что гроб сюда не умещается, потому что, как бы, ну, это несовместимые идеи песни, идеи человека, который являлся гробом, который представляет нам песни, представлял какое-то время. Он является сторонником идеи избыточности и распущенности. Почему это кружка? Вот у меня такого рода кружка. А, кстати, есть тут греческий узор на вот этот твой тефтели или нет? Сейчас посмотрю. Собственно говоря, самого греческого узора я здесь не вижу. Но есть что-то покруче. Это листва. Сусальная, золотистая, золотистая листва. А, нет, смотри-ка. Вот в самом низу... Может быть, если бы я мог увеличить, но я уже увеличил до упора. На дне кружки здесь есть обод, на котором как раз-таки именно этот чертов греческий узор есть. Он немножко отличается от того, что я нарисовал, но идея абсолютно, абсолютно схожая, абсолютно такая же, потому что это как бы провод, который сложен особым образом. Провод от этого удлинителя, от розеточника. Итак, я возвращаюсь. Нужно выбрать вкусный какой-нибудь цвет для фона, чтобы прикольно было. О, мне нравится, это классно, это супер прикольно. Значит, мне нужно продолжить рисовать человека, который здесь находится. Я бы хотел, чтобы вещи некоторые вот не существовали.
Почему? Потому что есть приятные штуки, есть неприятные штуки. Все мы об этом знаем. Допустим, если у вас в тарелке камни с молоком, вы, наверное, хотели бы, чтобы вместо камней там были Fruit Loops, фруктовые колечки. Но там этого нет. Даже колечек из камней нет. Допустим, пусть были бы каменные колечки. Но, черт возьми, даже этого нет. Вот, например, я сейчас в текущий момент вижу что? Я вижу, что у меня в тарелке находится... И мои фруктовые колечки, да, возможно, даже с молоком, с апельсиновым соком, но к ним примешаны некоторые нежелательные элементы. Например, да, лишние пиксели. Представляете, вы заказываете пищу в пищеподавательном заведении, таком как ресторан, кафе. И мало того, что вам не дают бесплатный хлеб, мало того, что вам не предлагают артезианскую воду просто в качестве аперитива, так вам еще и подают суп, внутри которого лишние пиксели, которые вы их не просили. А потом, когда вам подают счет, оказывается, что за эти лишние пиксели вам еще и нужно платить, потому что это якобы особенность нахуй этого ебаного чертова ресторана. Вот таким образом вас надувает правительство. Вас надувает Клод Моне. Как чертов шарик. Это было бы неприятно. Ваш обед был бы уничтожен. Ваш бизнес-ланч стал бы ужином, который вы проводите в аду, прямо как спартанцы в фильме Зака Снайдера. Я не знаю, говорили ли спартанцы такую же хуйню про завтрак, про ужин в аду. В реальности, где это задокументировано, почему нет... Почему чувак, который, блядь, командовал отрядом этих хуесосов, не кинул им в конфу, в телеге какое-нибудь сообщение? Типа, ребята, сегодня будем ужинать в аду. И чтобы это сообщение дошло до нас. Нет никаких доказательств, что это было сказано. Это все сказка. Потому что это сказка, как сказка про 28 панфиловцев, также и сказка про 300 спартанцев. Вот. Но фраза красивая, я отрицать не буду. В рамках художественности это, конечно, очень круто. Если вы снимаете фильм, то обязательно хуйните что-то подобное, почему бы нет. Как бы тут закрутить, чтобы более естественно было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как будто бы это вот оранжевость. Я сделал хуже определенно, я сделал нехорошо. Я подвел Господа Бога нашего, и он выбит меня сегодня за это. Так. Он заберет мои деньги. Эта пластинка... О, да, это чертова пластинка с концертом Дина Мартина, записанным на нее. На самом деле, чувак мог бы надеть что-то вместо этой чертовой пластинки, вместо концерта Дина Мартина, но он почему-то решил именно это сделать. Почему бы не надеть пластинку с концертом Бенни Бенасси или Гражданской обороны? Но нет. Знаете, этот парень просто хотел быть чуть более эксцентричным, чем ему, скорее всего, полагается, да? Потому что в известной степени, в довольно, знаете ли, достоверной степени, он суть юлец, в сути своей, в сущности. А это значит, ему, как и юльцу, который на самом деле не в июле находится, это будет не июль, ему, как и юльцу, в принципе, полагается... тяготеть к необычного рода головным уборам. Все они любят повыделываться время от времени, надев каких-нибудь осьминогов на голову или акулу напялив туда. Но самый нелепый головной убор, он еще будет показан в следующем обновлении радиолампы. Он же нарисован, это просто уморительно, это просто неописуемо.
Я не знаю, ставить эту черную, черное колечко или нет. Я, наверное, потом этим займусь. Причесывать лишние пиксели я тоже пока не буду. Вот что интересно было бы, чем интересно было бы сейчас заняться, наверное, просто оценить, насколько соски далеко друг от друга. Вот я сейчас два пальца протягиваю, вот примерно на таком расстоянии соски находятся. Но анатомически, допустим, если я стою вот так вот. Здесь. Примерно ту же самую позу занимаю. Левое плечо чуть ниже. Нет. Мне кажется, правый сосок под подмышку уходит куда-то. А левый сосок, наоборот, тяготеет к центру. Я хочу это исправить немножко. Если мне позволит что-либо. Знаете, иногда хочется, бывает такое, найти, спросить какое-нибудь разрешение, а можно мне это сделать? От чего это возникает? От того, что надо потише сделать этот алерт. Я снова снова выхожу на связь для передачи бумажных истин на слова блудных скрижалей, сказов про салазки, санки, обланки и учений об великорастрельных списках листовок ради благополучия соскова. Да, вот это сообщение на пейджер очень необычное, и давайте я попробую вникнуть в него. Я снова снова выхожу на связь для передачи бумажных истин на слова блудных скрижалях, сандалях. На сандалиях, вот. Я почему сказал сандалик? Потому что скрижали. Сейчас скажу. Надо сказать сланцы. На словоблудных сланцах. И по забавности случая, сланцы здесь и должны были быть изначально, но я решил, сланцами это сделать или все-таки кроссовками. В итоге я принял решение, которое вообще ни к чему не приводит. Это ничего не значит. Я понятия не имею, какого рода это обувь, но это должны были быть сандали. Почему сланцы и скрижали я соединяю? Потому что сланец это тоже порода. Это тоже порода не дерева, но камня. Каменная порода, которая в принципе неплохо подходит для скрижальчества. Для того, чтобы делать скрижали и выдалбливать клинописью на них буквы. Вот. Более того, в английском языке сланец и скрижали называются одним и тем же словом slate. Slate. Скрижали, сланец. Раз сланцы... Почему сланцы вообще так называются, если они не имеют ничего общего с сланцем? Итак, вы написали на сланцах ваше сообщение. На словоблудных сланцах сказов про салазки, санки, обланки и учень. Вот честно, не знал про существование слова обланки и хочу бы проверить. Обланка, Кировоградская область, область Украины. Это... О, смотрите, есть в древней архитектуре крытый рубленый парапет. Но это с украинского языка. Обланки. Из Касабланки. И учений о великорастрельных списках листовок. Ради благополучия Соскова. Благополучие Соскова. Наша сегодняшняя адженда, блять. Я не знаю, повестка, я бы так сказал. Наша сегодняшняя повестка — это тени на непельсинах. На апельсинах. Тень. О, господи, неужели это за XX играет? Господи, блять. Неужели это опять? А, это Crystallized. Сколько раз можно слушать этот трек? Нисколько, ни один раз нельзя слушать это такое. Слишком много. Я в молодости, когда еще маленький был, крохотный, 5 лет назад, переслушал группы ZXX и теперь больше не могу, все. Я не могу. Мне очень нравится это, но я больше не получаю
я больше не вкушаю, так сказать, этой музыкальной амброзии должным образом. Я могу ее скушать, как бы, но я не получу уже того удовольствия, которое должно быть. Вот, я объелся. Блять, сообщение в скайпе нахуй пришло. Все. Чё, блять, чё? Кого-то удалили, кого-то убили. Срочно. Кто-то был убит. Еще по поводу музыки хочу сказать. Да это хуйня ебаная. Никого не убили даже сегодня, даже никто не был убит за целый день. Счетчик убийств нулевой, абсолютно полная хуйня. Так вот, недавно была найдена, недавно найдена была мелодия, которая, согласно неким исследованиям, в 60% случаев, 65% даже, процентах случаев, оказывает успокоительное действие на абонентов, которые воспринимают ее непосредственно. И нет, это не Chemical Brothers, которые играют сейчас. Это мелодия, которую я могу просто включить, но я могу сказать, что не вполне согласен с тем, что она действительно охренительно успокаивает. Например, действует и мелодия. Я ее включил. Сравнивают с действием бензодиазепинов. И... казалось бы, это просто эмбиент. Это просто такая фоновая музыка. Меня интересует лишь одно. Каким ебучим образом ты умеешь в тени таким охуенным образом? Ноу-хау. Я, наверное, не буду учить. Не буду. Потому что у каждого свой подход, но типа тут ничего, тут никакого секрета особо нет. Это у меня очень простая техника. Вот эта мелодия, чем она отличается от любого другого эмбиента, который я слышу, я довольно, ну, типа, я с симпатией отношусь к эмбиенту. Обычно эмбиент не... У этой мелодии определенно есть эффект. Я бы не сказал, что он конкретно успокоительный, я бы не сказал, что он противотревожный, по крайней мере, в моем случае. В моем случае этот эффект просто убирает мысли из моей головы. Я не могу думать. Внутренний голос, который естественно является, который не является чем-то шизофреническим и патологическим, он затихает, и просто мыслительный процесс тоже затормаживается, если я попытаюсь что-то рассказать кому-то. Слушаю эту мелодию, мне будет очень сложно это сделать. И думать я внутри своей головы тоже не могу, даже не чеша языком. Я, конечно, не Энтони Фонтана, но попытаюсь какой-то разбор этой мелодии сделать. Если послушать, можно услышать такие регулярные биения, как будто бы биение сердца фоном бит. Возможно, успокаивающее действие за счет этого частично проявляется. Вторая составляющая — это просто вот такая вот потоковая музыка, типа. Третье — это перезвон легкий. Заебали. Легкий перезвон и... И какие-то как будто бы стереоэффекты есть, потому что вот эта потоковая мелодия, которую я отметил, она как будто ходит по кругу. И то в левый, то в правый динамик, то в левый. Такое вращение как будто производит конкретно этот трек. Эта часть трека. То есть все просто.
легкий потоковый трек, который производит вращение, то есть как воронка, как будто вот что-то похожее на воду. Я заметил, что тени ты рисуешь случайно настроенно. Не знаю как. Будто они уже должны быть так, но и являются случайностью. Вот когда смотришь на работу профессионала, всегда кажется, что это очень легко и само собой получается. Ну, я шучу в некотором смысле. Вот, значит, три составляющих. Перезвон, похожая на воду вращающаяся вот эта вот спокойная мелодия. И три — это самое тихое, это вот бит, который под сердце немножко, вот немножко подстраивается. Под тот ритм сердца, который нужен тебе, чтобы обрести покой. И, согласно исследованиям, да, 65% говорят, что их это успокаивает. Но 65% — это не так много. Дайте любую другую эмбиент, спокойную мелодию человеку, и я не думаю, что там получится распределение намного более отличное. Блять. Все затихло. Я не знаю, слышно было или нет это бульканье. Опять началось. Секунду. Дайте человеку любой другой эмбит, и он тоже с вероятностью 65% подуспокоится. Я так считаю. У меня вот как бы есть такое мнение. А в первый раз, когда я услышал эту мелодию, мне... Она меня даже подбесила немножко. Но есть нейроисследования там жесткие, которые все это подтверждают. И с ума сойти, и мать его. И так далее. Я не подбираю отдельных цветов для оранжевого, для тени оранжевого. Я не подбираю отдельных цветов, тут я просто... В сущности у нас есть что? Такой параметр, как яркость. Я снижаю эту яркость на какой-то процент у каждого цвета автоматически. Неважно, берем мы зеленый, тут brightness, яркость 75. Я добиваюсь того, чтобы получилось 35. И, соответственно, у нас выходит вот такой цвет. Даже 45, я напиздел. Чтобы 45 получилось. Стоп, что? Почему-то тон меняется. Но это погрешность какая-то, просто 78. Вот смотри, какие параметры меняются. Здесь brightness, яркость 75, потом яркость в тени становится 45. Все. 30% смена яркости. Также и с оранжевым. Оранжевый тот же самый остается. И снижается яркость на 40%. На 40%. Но это первичная только тень. Потом еще тени будут. У-у-у. Вот такая тебе подсказка. Простенькая. На самом деле я жестко усложнил весь процесс. Я не могу, у меня нет права теперь назвать эту подсказку простенькой. Это усложняющая подсказка, блядь. Загадка нахуй загадочника. Один перезвон. Я не знаю, слышно вот это бульканье или нет. Я оставлю телефон просто где-нибудь здесь. На случай, если оно снова будет происходить. Я не знаю, что там происходит. Скорее всего, это... ...38 сообщений. Ебаные рабочие чаты. Пошли нахуй, у меня не рабочее время сейчас. Ну, то есть, как бы рабочее, но в другом смысле. Хобби рабочее. Так, самое главное... Заткнись, нахуй, блядина драная! Пиздец, как вы заебали, нахуй! Все, я выключаю. Ну, или побулькай еще. Побулькай. Нет бы чего интересного писали, нет флут, нахуй. Ничего по работе. Тирпим-пям. Итак... Вот здесь, на коже, с тенями, прям это будет
херня. Надо определиться, откуда солнце светит. Закройте глаза, чтобы не было спойлеров. Солнце, солнце. Вообще в затылок, но... Но оно должно быть слева вверху. Ну, мини-мини, крохотный спойлер просто. Вот, как бы... Блять, я заспойлерил, наверное, слишком много, сука. Ладно, никто ничего не видел. Та-та-та-та-та. Просто определюсь. Пускай, если блик на пластинке такой, то источник света будет оттуда, слева вверху где-нибудь. В таком случае я тени располагаю здесь побольше. С правой стороны поменьше будет с левой. Вот эта мелодия Chemical Brothers напоминает мне одну другую. Тоже в их исполнении, очень похоже на, ну, одну из моих любимых, с вырезками из игры Max Payne. Она ебанутая, но мне нравится. Она всегда бодрит я каким-то образом, конкретно меня, я не знаю, как всех остальных, но... Pain. Просто у меня есть... У меня есть симпатия к таким трекам, где всякие вставки из кино, либо просто видео, какие-нибудь интервью, и что не является стихами, что является просто вот вырезками откуда-то. Типа этого. Хочется самому Макс Пейна нарисовать, но... А почему бы не сделать этого прямо рядом с кружкой? Если я вспомню его ебало. Сощурившееся ебало. Недовольное. Макс Пейн, чё это ебало такое кислое? Макс Пейн! Ну да, Макс Пейн, и чё? Это я. Вы убили моих! Мою семью, мою ёбаную, блядь, хуйню! Вы сделали это всё? А теперь вы думаете, что я, будучи человеком вооруженным двумя пистолетами и... нахуй возможностью замедлять время, я отомщу? Что ж, я не думаю, что это заявление, которое достойно опровержения. У него, по-моему, леопардовый такой был галстук, типа того. Вы блядские свиньи. Поэтому я собираюсь прямо сейчас взять в руки еще один пистолет и вручить его вам в лицо. Дулом вперед. Конечно же, палец на спусковом крючке. Вот так вот. Не убивайте его, это Макс Пейн. Ему еще сниматься во второй части и в третьей, чтобы стать алкоголиком. Чтобы скафицироваться. Ебать, это моя куртка, это мой куртец, как в песне «Кровосток». И... По-моему, у него была белая рубашка. Ну да, Макс Пейн, а чё? Макс. Палец на спусковом крючке. Макс. Всё закончено. Макс. Что вам? А, и таблетки еще должны торчать. Бутылек таблеток, обезболивающих. Здесь. Тут еще карман. Карман с таблетками. Больше обезболивающих. Здесь сразу несколько.
еще больше обезболивающих. Таблетки еще, блять, они сыпятся, потому что это вкусно. Все, я закончил. Хватит. Pain. Далее. Да, уберите Макс Пейна, пожалуйста. Ладно, пускай остается. Я продолжу теневую деятельность осуществлять. Затеневаться, закрываться, затеняться, зашториваться. Итак, поскольку солнце светит, лупит справа. Тени должны быть слева. Но они были бы здесь, даже если бы солнце хуярило справа. Потому что прическа бы перегораживала немножко, и, ну, в любом случае, под пластинкой была бы тень. Ведь это правильно. Ведь... Вот еще на пластинке немножко тенюшка. Ведь если что? Если есть предмет и есть источник света, то, соответственно, в любом случае будет где-то тень. Потому что источник света не может быть всюду. Но если бы источник света был всюду, что ж, это был бы другой разговор. Это был бы разговор на языке физики. На языке оптики. Блин, блядь. Хотел бы я еще больше тени сделать, но и не думаю, что это было бы красиво. А если так? О! Я просто все погрузил в тень, во мрак. Нет, это не будет красиво. Люблю еще так делать иногда тени под веки, но ему как бы не полагается. Он не уставший, он бодренький. Он бодрячком, несмотря на то, что... Сейчас я нарисую кое-что. Что я забыл нарисовать. Но я не знаю, оставлю ли я это потом. Несмотря на то, что на груди шрам. Перевязь. Того, наверное. Слушайте, а, наверное, вот эти пимпочки, которые остаются после сшивания, я их уберу. И вот такой вот шрам. И еще можно его сделать цвета. Супер, супер. Шрам есть, но он не бросается в глаза совершенно. Можно еще ему какую-нибудь прикольную форму придать. Например, так. Ну и что? Ну и кого? Ну теперь он кривой. Но его зашивали профессионалы. Сносно, сказал бы я, но не скажу так, это абсолютно не... А вот это мне нравится, кстати, версия. Вот. Пускай остается так, нормально. Нормалёх. Сегодня я занимался, знаете чем? У меня было веселое занятие, я ходил по дому... Держа в руке табуретку. Мне показалось это очень успокаивающим занятием. Иногда я просто хожу, типа погулять, вот. Но сегодня очень холодно и промозгло, теперь реальная зима сейчас происходит. Все время до этого было довольно тепло, сейчас ебанул мороз. Но я этого ожидал. Не хотел выходить на улицу, но хотелось бы прогуляться, вот. Я решил прогуляться с табуреткой в руках по какой-то причине, и я не пожалел об этом ни один раз.
потому что мне понравилось как то ощущение, когда ты отпускаешь табуретку и просто идешь. Ту легкость, которую ты ощущаешь, ее просто ни с чем не сравнить невозможно. Несравнимая ни с чем легкость хождения после освобождения от табуретки. Можно любую тяжесть просто с собой поносить чуть-чуть. Это так бодрит, это просто невероятно. Это, в принципе, физическая деятельность, это полезно, это то, что делает тебя живым и в том числе помогает справиться с какими-то тревожными, может быть, даже явлениями, мыслями, выкинуть что-то из головы или погрузить что-то внутрь головы, если там пусто. Если вам нужны мысли какие-то, то просто пошевелитесь, подвигайтесь спокойно себе, и что-то породится внутри. Не только со скуки. И не со скуки единой отнюдь. Кто-то скажет, что покурить, конечно, интереснее. Может быть, так оно и есть для кого-то. Но это что-то эквивалентное. Покурить, наверное, просто быстрее. И менее энергозатратно, но после покурить ты не так клёво, наверное, себя чувствуешь. Как после походить с табуреткой. Вот. Я всем рекомендую ходить по квартире с табуреткой. Бля, что-то я ему жабры какие-то наделал. Этими тенями, короче, можно рисовать вещи, которые ты не рисовал контур совершенно. То есть я ему сейчас и рельеф задаю. По жести. Как же крутой Макс Пейн, блядь, получился охуенно. И его кружка рядом. Нравится. И он такой ловкий, особенно его правая рука, как будто он только вынул свой пекль с ловкостью змеи. А мне нужна минута. Есть, поймал. Да, мне определенно надо расставить мои мониторы, да, так, чтобы мне не приходилось иногда вот так делать. Супер, играет полная хуйня, как будто бы это royalty-free музыка. Но я должен сказать, что это довольно именитый исполнитель, это Ромпассо, которых крутили по радио, наверное, года 3 назад. Точно. Нет, подождите, сегодня 2000... Блядь, я все не могу привыкнуть, что сейчас 2024 год. Мне кажется, что 3 года назад это был 2017. И я никак не могу отделаться от этого уже несколько лет. Вот где-то в 2020 году просто остановилось время течения для меня. Я точно помню, что Ромпассо по радио крутили в 2017. Мне кажется, это было 3 года назад. 2021 год для меня кажется будущим. Что такое 2024? По какой причине у меня сейчас на мониторе отображается 24 год? Это для меня загадка, на которую вообще нет никаких ответов и быть не может. Это просто смешно. А можно ебануться, если попытаться всерьез это воспринимать. Так что в моем сознании как бы навсегда остался 2020 год. И на самом деле, если судить по интернету и по видосам, не я один так считаю. 2020. Я видел некоторые ролики, которые гласили, буквально, чувак сидит до наступления 2020 года, и все нормально идет, и он занимается своими делами, и время для него воспринимается абсолютно корректно. Но как только стукает 20-й год, а потом идет дальнейшее хождение лет,
он просто оказывается в мире, к которому он не был готов никогда. Ну, я не знаю, зачем вообще нужно что-либо, что происходило после 2020-го, вот, после 2019-го. Мне кажется, я нашел, например, вот видос, который довольно часто встречается. Я попробую его внедрить. Блять, какую же хуйню Рампасо теперь сочиняют? Это просто как для бесплатного видео в Ютубе. Iggy Pop, The Prodigy, Lime Howlett. Играют прямо сейчас. Артём Скувбин. Я случайно так прочитал, это забавно. Супер. Так, видео было получено. Теперь я должен его схватить. Осталось только взять и, ну, типа, заиметь в свои руки то, что имеется. Так вот, не для меня одного это жиза. Секунду. Секунду, мать. Ты пора там-пам. Вот, например. Как жизнь ощущается после 2019-го? I don't remember. It went... Hello? Я не знаю, что случилось. Неужели это как-то вот... ковид как-то повлиял, я не знаю. Но я много видосов встречал, где люди описывают, что их жизнь до 2020 года, до начала 2020 года шла своим чередом, все было в порядке, а потом вдруг бахнул 2020 год, и теперь... И там были такие шутки, типа, о, как классно, теперь у меня в начале этого прекрасного 2020 года будет парочка недель отпуска в связи с эпидемией, отдохну, и... Тут же перебивается кадр, и чувак стоит просто совершенно думерским лицом, смотрит в зеркало и едва осознает, что сейчас уже 2024 год. Как-то... Hello? Тяжело, очень тяжело люди переживают сегодня наступление нового десятилетия. Это новое десятилетие, оно как бы не зашло совершенно и как-то, наверное, не в радость уже. Да, не в радость многим. Многие, может быть, ковид просто так влияет на своими остаточными действиями. Он так повлиял на людей, что, возможно, нарушилось их восприятие времени, собственно, как и память. Возможно, были какие-то повреждения памяти, связанные с болезнью, которые каждый из нас, наверное, уже, ну, перенес в той или иной форме. Я тут, наверное, не буду сильно вдаваться в всякие медицинские подробности. Хотя мог бы, но у меня сейчас нет к этому настроения. Не хочу лекции читать. Я хочу просто лайтово что-то, я не знаю, сидеть порисовать и все. Без принуждений каких-то и обязательств. Я даже рассказывать ничего особо не хочу. Вот. .com. Блядь. Каждое время шло. Люди то дистали шло. Я до сих пор помню 2017, 2018 и 2019. Но кто помнит 2021 и 2022? Лишь еворники физического плетного мира с превосприятными выступлениями новой эры с затворничеством.
Затвор-то сняли. Затвор-то уже год два как сняли. Да, я думаю, даже 3 года уже прошло, как затворы сняли. А мы все сидим. Мы все сидим, будто запертые, как будто выученная беспомощность какая-то образовалась внутри. Я немножко пояснил, что такое выученная беспомощность. И как будто мы собаки, над которыми проводили опыты, а над ними реально проводили опыты. А вот, допустим, есть две собаки. Обе сидят в клетках. У одной собаки такие условия в клетке, что у нее пол, на который можно подать напряжение. И она ничего с этим не может сделать, а испытатели, вот эти ребята, которые ставят опыты, могут в любой момент просто подать напряжение на пол. И собака никуда не денется от этого напряжения, она ничего не может сделать. Она просто терпит удар током. И есть вторая клетка. Вторая клетка делится на... Пол там делится на две секции. В одной секции есть напряжение, подается напряжение регулярно, а на другой нет. И на самом деле попеременно может то на одной секции, то на другой секции подаваться напряжение. Но прикол в том, что если собаку бьют током в той клетке, во второй, она может что-то с этим сделать. Она может перейти во вторую секцию, где не бьет током. Или, допустим, дернуть какой-нибудь рычаг, чтобы перестала бить током. То есть вторая клетка дает тебе какую-то власть над ситуацией. И после этого, после того, как собак помариновали в двух клетках, в таких вот условиях, их начали потихоньку выпускать. Я до сих пор не ебу, каких собак ты ебал, чтобы рисовать тени на одежде. Don't cry, I am just a fish. Ты не понял. Ладно, ждите до конца стрима. Максимум, это еще 1,5 часа, я думаю. В конце я открою секрет. Так вот, после всего этого маринада собакам открывают клетки. И при ударе током собака, в принципе, может выйти из этой клетки. Либо наполовину открывают, чтобы она там с малейшим усилием перепрыгнула. Там, клетку наполовину приоткрыли, малейшие усилия, и собака перепрыгивает. И вот, приоткрыли эту клетку и снова хуярят током. В первой клетке, где собака ничего не могла сделать с ударами электричеством, собака так и оставалась, даже если клетка была приоткрыта. Она продолжала терпеть вот эту всю фигню и ничего даже не пыталась предпринять. А собака из второй клетки, которая могла более-менее избегать всех этих ударов током, она уже не чувствовала себя такой беспомощной, и при следующем ударе она просто выпрыгнула из клетки и спаслась. Итог опыта заключается в простой формулировке, что есть некая выученная беспомощность, которая вот в голове только у тебя существует, если ты находишься постоянно в ситуации, когда ни на что не можешь повлиять, когда ты... не можешь там, я не знаю, проголосовать за нового президента какого-нибудь и что-то изменить в стране, когда ты не можешь там выйти из комнаты и выбрать себе поесть. Тебе постоянно гороховый суп приходится есть, да, и ты не можешь увернуться как-нибудь. Ты не можешь ты не можешь дебнуть как-нибудь жестко, чтобы тебе вместо горохового супа дали нормальный борщ. Вот, ты ничего не можешь. И со временем это становится просто психическим состоянием. И человек, когда оказывается в ситуации, когда он реально что-то может изменить и пустить свою жизнь в направлении чего-то лучшего, он этого не делает. Потому что в его голове это вот выученная беспомощность. У меня на остановке живет собака Сачич. Она добрая и пухлая, любит ласку. Но она мерзнет при -25 с морозе, никто ее не забирает домой. Блин, надо ей мясо в следующий раз дать.
Можно или скажи, где ближайшая теплотрасса находится? Или, может быть, есть теплые места около домов, тоже близ подвалов каких-нибудь? То есть собаки, они лучше, наверное, знают местность, чем ты или я. Они там все исследовали, потому что они живут на этой улице. И я думаю, они что-то знают. Они знают, где укрыться. Где укрыться. Мне... Тут неподалеку тоже собака живет на остановке, тоже добрый, любит ласку, и ее подкармливают. Она довольно выгодно живет на около чертового магазина с мясом. У нее при этом есть своя лужайка и домик в лесу, такой шалашик. Ей предоставили. И предоставили этот чертов шалашик из картона, там палок и... всего остального, там коврики какие-то. Какая-то женщина приходит и подметает иногда, прибирается, ухаживает за ней, все такое. Ебать, у него плечи широкие, оказывается. Но здесь этого не видно, здесь нормально. Но вот тут, это жесть. И заебись, классно, но морозы она где-то пережидает, я понятия не имею где, но я уверен, что она нашла себе какое-то место, находит. Все-таки находит какое-то место. Как они это делают, я не ебу. Это у животных надо спрашивать. Надо в следующий раз пойти и взять интервью в микрофон, чтобы она сказала конкретно, как она это делает, чтобы... Если я сам окажусь в подобной ситуации, ну... Я не растерялся бы, да, тогда. Вот. Но не имея опыта собаки, которая имеет собак, я просто умру, скорее всего, в таких же условиях. Даже в куртке и все, во всей одежде, во всем фарш. Это сложно. Я не знаю, голуби как-то выживают. Как они это...
таких жилых мест в Америке одноэтажной части Америки довольно много. И в чем заключается неудобство таких мест? В том, что там нет инфраструктуры почти никакой, там просто дома. Там просто живут люди, дома для того, чтобы жили люди. Там нет аптек, магазинов. И да, если тебе там надо, я не знаю, пачку цитрамона купить, ты не сможешь просто пойти через дорогу. Ни хрена, там нельзя продавать ничего. Тебе надо будет пиздошить в город, как из деревни. Пиздошить в город за покупками в гипермаркет какой-нибудь и на неделю закупать себе. Поэтому там must-have — это автомобиль лично иметь, чтобы ездить регулярно вот в город, в какой-нибудь Ашан. Я не знаю, как там гипермаркеты называют. Какой-то аналог Ашан. Там закупаться на неделю. Каждую неделю, на неделю, блять, вот это оптовичко. Оптовичковая жизнь, блять. Это уже пиздануться можно. И там скучно, там погулять негде. Вы, блядь, дети, нахуй, выросли в России. Может, походить в торговые центры, там, я не знаю, погулять, реально бахнуть там. О, пошли в ТЦ. Хотя, нет. В некоторых, в нормальных городах Америки есть такое, где люди-то тусуются, блядь, в квартирах обычных и ходят гулять в ТЦ. В принципе, Кевин Смит про это кино снял еще в конце 90-х, называется Mall Rats. Оттуда пошли этой серии этих клерков и Джей, Молчаливого Боба и так далее. Все эти комедии, Догмы и так далее. Вот там типа была комедия Mall Rats про ребят, которые проводят все свое свободное время в торговом центре. Типа, ну, там они тусуются и ошиваются, им это классно, клево. Вот. Там есть и такое, но вот кто-то, кто считает состоятельным и может позволить себе нормально, реально, блядь, охуенный дом, они живут в этих частных секторах, где нет нихуя. И дети их гуляют среди нихуя ебаного. Но с другой стороны, если ты живешь один, допустим, и ты какой-нибудь стример или типа того, ты можешь орать в микрофон, и тебя ни один сосед не ебнет за это. Потому что ты, ну, типа, один реально в частном доме, можешь что угодно делать, блять. Шлюх насиловать, врубать музыку на 1 000 000 децибел, сажать самолет пассажирский. Всем похуй. Ну, может быть, за пассажирский самолет тебя наебнут, потому что это все-таки слишком громко. Боинг. Ну, какой-нибудь частный. Норм было бы. Бля, тени на тканях. Ну, давайте попробуем, подумаем. Давайте думать, ёпт, как изгибаются ткани его штанов. Как-то, наверное, так. Господи, потом это все в порядок приводить. О, Марокко. Как-то так, наверное. Но это неестественно очень. Зато стильно, наверное. Стульно. Факин гейская, блядь, пижама, нахуй, понапялил, долбоёб ебаный. Come and see. Почему здесь что-то белое, блядь? Что белое налипло у тебя на штанах, друг? Почему ты в белом? Почему у тебя белое пятно, блядь? Откуда оно? Убери. Я постирал ему штаны прямо сейчас. Я сделал это. И я не требую спасибо от него. Потому что я сам чувствую себя обязанным ему. Привет, голубийка. Голубок. Голубчонок. Привет, дружище. Привет, тапок. Пипок. Как бы... Так, цвет. Я хочу сделать тебе sometimes более выразительные глаза. Я живу в частном доме. Не надо.
Снег и лед уже третий день подряд. КСТА, гейские пижамы сейчас в моде. Обычно это трусы. Гейские пижамы, это трусы? Лёль. Геи не носят пижамы? What the fuck? Блять, как... Не в этом дело. Геи носят все, что носит натурал, все то же самое. Вот. Плюс-минус. То есть я имею в виду в категории одежды, допустим. Если натурал носит какую-то категорию одежды, то и голубой тоже носит категорию одежды ту же самую. Просто он выбирает какие-то другие модели особенные. Вот. Поэтому если натурал носит пижамы, то и голубые тоже. Why not? Why not? Просто у натурала одна пижама, а у голубого другая. Я думаю, что некоторые вещи могут быть не такими, как кажется на первый взгляд. Что значит первый взгляд? Расскажу после небольшой паузы. Оставайтесь здесь, оставайтесь тут. Для вас играет Бриса Роше и Кит Франселони. Трек Lead Accent. Клевый акцент. А если натурал украдет пижаму у голубого? Я подумаю об этом на Be Right Back. Tell me what you've got in mind. Let's see if it's gonna be fine. Tell me what you've got in mind. Let's see if it's gonna be fine. Я здесь на 20%. Все еще думаю. Я думаю, что
Вор хуже гомосексуалиста в 1000 раз. В пять тысяч раз, я думаю, потому что в гомосексуализме ничего плохого нет, на мой взгляд. Мне нравится. На самом деле, одни из моих любимых фильмов — это «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем». Это самые ламповые фильмы, которые я видел. И, наверное, дело даже не в том, что они про геев. Возможно, дело в том, как они сняты или вроде того, потому что «Назови меня своим именем» — это такой курортный фильм про Испанию, очень солнечный и классный, ламповый, сам как будто в отпуск ездил. «Горбатая гора» просто неплохая мелодрама, а я редко, очень редко смотрю мелодрамы, и, возможно, я в них не разбираюсь, поэтому мне так понравилось, не знаю. Я не так много смотрел фильмов про любовь между мужчиной и женщиной, наверное, поэтому, может быть, мне просто нравится жанр, блядь, мелодрам, может быть, мне нравится про любовь. Но я не видел про любовь особо между мужчиной и женщиной конкретных фильмов, где это не побочная сюжетная линия, а прям основа-основа. Но я видел «Горбатую гору», где любовь — это основа-основа. Тема для размышления, блять. Согласен, адаптация «Боку на пику», там даже есть похожая сцена, ну, не совсем похожая. В «Боку на пику» была сцена с мороженым, но там, по-моему, двое участников были, а в «Назови меня своим именем» там была, по-моему, сцена с грейпфрутом или типа того, но там чувак соло был. Мне кажется, это лучшее, что выдавал Тимоти Шаламе вообще за всю свою карьеру в качестве актера. Это было охуенно. Вообще мне нравится, мне хотелось бы, чтобы Тимоти Шаламе навсегда остался в амплуа голубого парня, но, к сожалению, это не так. Мне не нравится смотреть фильмы, где он натурал. Возможно, потому что я подсознательно думаю, что этот чувак отбил бы у меня всех женщин, блять, которые есть в этом фильме, и на которых я мог бы потенциально во время просмотра положить глаз. Я такой смотрел бы, вау, это довольно прикольный персонаж женского пола. Но черт, в этом фильме есть Тимоти Шаламе, поэтому он ее заберет. Удобнее было бы, если бы он оставался голубым. Итак, это был трек «Порочная любовь» в исполнении Лекс и Кей Пола. Диджей Кей Пол и некая просто случайная женщина по имени Лекси. Спасибо за этот прекрасный трек. Далее. А у меня кончился плейлист. Надо, блядь, перезаряжать. Перезарядка плейлиста происходит прямо сейчас. Блядь, я как диджей на радио. Сейчас. Я уже на 50% здесь. Даже на 75. Ебанутый трек. Тут чувствуется даже закос на под одного из исполнителей, которые пели про баню. Но здесь инструменты противные очень. Один рабовойс, а другое это что?
а другой это как будто бы труба, которую не настроили, и дует, и дует. Я первый раз взял трубу в руки, я дую в эту трубу. И получается звук. Да, это вам не Кшиштофьеворник, конечно. К сожалению. Вода. Water. Drink water, bitch. Так, Макс Пейн с греческой кружкой. Если кому-то что-то хочется, чтобы я еще нарисовал в таком стиле, блять, спрашивайте. Но я не буду рисовать гея, который крадет пижаму или еще что-то такое. Это... Хотя... Гейская пижама. Хе-хе. Хе-хе. Не знаю, для меня геи — это люди полные достоинства, чувства собственного достоинства. Вот, они бы не стали носить какую-нибудь пижаму с капюшоном, зайчиком или вроде того. И с хвостом, ну, типа, я не знаю. Они бы не одевались как фурии, на мой взгляд. Это уже немножко другой сорт человека. Я что сказал? Сорт человека? Я... о боже, это худшее, что я мог сказать. Сорт человека... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. За это можно, конечно, и по губам получить. Сорт человека, бля. Лёль. Надо больше полосок. Полосочность... Я объявляю полосочничество. Велополосочничество. Что? Почему вело? Не знаю, потому что, наверное, вспомнил, как меня раньше вздорно доебывали велопробеги, которые блокировали дороги. И ты не мог доехать никуда, потому что у тебя в городе, нахуй, Тур де Франс проходит. Я не знаю, почему Тур де Франс проходил у меня в городе, но тем не менее... Это регулярно, это почти каждый год, когда какое-то время назад случалось, до 2020 года. До опять 20-й год, о господи. Получается, новое десятилетие забрало у нас еще и Тур де Франс в провинциальных городах России. Двигатели. Окей, далее. Что я хотел еще сделать? Текстуру. Допустим, это носок, да? Видите, у него будет какая-то, я не знаю, текстурка прикольная. Сейчас скажу. Двик. Что-то такое, типа апельсиновых пупырок. Только я не хочу, чтобы это выглядело, будто у него акне. Или еще какая-нибудь херня. Я хочу, чтобы это выглядело более-менее красиво, наверное. Maybe, типа того. Окей, мне нравится. Но нужно еще. Он выглядит как пирог зебра. Не знаю, стоит ли глаза закрашивать тоже. Наверное, стоит. Похуй. Пускай остается, я потом решу. Так, здесь. Думаю, это лишнее. О, точно, кружочки. Кружочки всегда выручают, в отличие от квадратиков. Если бы я здесь квадратик нарисовал, это было бы фиаско. Вот посмотрите, насколько квадратик здесь неправильно смотрится. Что это за... А почему нет, кстати? Они как желейные кубики в вашем йогурте. Если бы он был... А были такие йогурты? С желейными кубиками внутри. Он что-то такое фрутелочное чувствуется в том, что получилось. Пускай будет, если я передумаю, я потом сделаю просто из этого круги.
Провернул, я не знаю, блять. Провернуть квадратуру круга не с... это сложно, это почти нерешимая задача. Насколько я знаю, квадратуру круга до сих пор не могут провернуть величайшие умы человечества. Блять, это выглядит как кишечник. Ладно, неважно. Но круглатуру квадрата это запросто. Округлить квадрат это очень легко. Хотя, смотрите, допустим, у меня есть круг. Я захочу заквадратурить его. Что мне мешает? Я только что это сделал. Квадратура круга была произведена прямо сейчас. Вы не можете с этим ничего правда, поделать. Я решил, блядь, задачу. Все. Я супер математик, что ли? Йоу. Провернули несколько лет назад уже. Отлично, отлично. А какой... Я не слежу за новостями математики. А какое нынче самое большое простое число? Может быть, открыли какое-нибудь новое? Я даже не помню старого, блять, поэтому меня очень легко обмануть в этом плане. Новости науки. Круги или квадраты? Нет, мне... Я пока останусь с квадратами. Йоп. Бля, супер. Спасибо за идею с квадратами, кто ее высказал. Он просто лучший. Человек-гений. Так. Человек заслуживает. Человек, который высказал идею с квадратами, заслуживает получить самое большое простое число. Актуальное на этот период времени. Себе в мозг, чтобы знать, каково оно. What the fuck? Что я имел в виду здесь? Это круг, что ли? Нет. Какая нелепая музыка играет. Ну-ка, секунду. Рингтон на кнопочный телефон. Кнопочный рингтон. Бро. Все-таки нет, я потом что-то с этими квадратами сделаю. Но это секрет. Секрет что? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Может быть, ему веснушки какие-нибудь сейчас сделать прикольные? Вы весны... По какому праву он должен иметь веснушки, если он брюнет? Где вы видели брюнет с веснушками? Что это, блядь, за бред, нахуй? Нет, нет, мы убираем веснушки, этот человек. Я ему уже нарисовал недостатки, как бы у него уже есть шрам, у него уже есть заклеенные соски. Хватит, наверное, хватит. Особенностей. Какие еще особенности можно сделать? Ну, он и без того парень довольно особенный. Можно ему милирование попробовать ебануть на волос. Лёль. Типа. Ну, это должно выглядеть метросексуально, но что-то... Я сойду с ума, просто послушайте. Ну уж нет, я не собираюсь до конца слушать этот трек. Он сведет с ума. Трек, который сводит с ума. Сводящий с ума трек. Разъебывающий вашу сознательность. Сознательную часть вашего сознания. Сознательную часть вашего... Вашей сущности. Ха-ха, у чувака, блять... Чуваку на голову что-то упало. Как будто это плюхнулось. Как будто, знаете, камшот в волосы. Че это я так серьезный стал? Так, ладно. Тмилирование ошибка. Факин. Гей. S bullshit в хорошем смысле. Ладно, я это сделал, но милирование должно быть чуть-чуть менее броским. Like this.
Я обязательно подберу правильный цвет когда-нибудь. Давайте им, блядь, тоже пирог зебра будет. Кто сделал эту полоску? Кто эту полоску сделал? Откуда она повернулась? Появилась, блядь, здесь. Она не должна находиться в этом месте. Эта полоска не предназначена для того, чтобы пребывать на конкретном... Да, спасибо. Ура, мы удалили полоску. Мы сделали, блядь, полосочное ремувинг. А вы уже сделали? А вы уже сделали ремувинг асбеста в вашем доме? Сколько асбеста в вашем доме в текущий момент? Лёль. Просто играюсь, просто экспериментирую. А что если? Ну кто в здравом уме будет носить такую хуйню на голове, правильно? Правильно? Бред. По-моему, полный бред, булщит. Бред, хуйня. Херь. Но вот так нормально. Вот так ненормально. Нет, вы не хотите это себе на голову. Вас поймают и уничтожат. И зададут вопрос, нахуя тебе это на голове? И как вы ответите? Как вы поясните? Не дай бог у вас еще на сосках наклеены не крестики, допустим, а нашивка Stone Island какая-нибудь, блядь. И ты поясняешь за нее. Хуя ли у тебя, блядь, стоник на сосках? Ты чё? Антифа? Или ты профа? Стоп. Профа это и есть фа. Да ты дебил, блядь. Лишь бы ляпнуть. Профан. Профан в плане, я не знаю, надевания, напяливания нарядов на свое тело. Так. Самое большое, наибольшее известное простое число. Зачитываю. Бум-бум-бум. Имею что перед собой? Статью на некотором сайте, который я не понимаю, что значит, что это за сайт такой. У нас в России должна быть своя Википедия. Тут, кстати, недавно новость была. Мединский предложил, короче, в эту, блядь, обычную российскую Википедию скопипастить дефолтную Википедию, а потом отредактировать, и все. Чем заполнять это все заново сразу. Не могу сказать, что это дурная херня. Не могу сказать, что это плохо. Но он сказал, типа, нет, мы не украдем это, мы не крадем это, мы не спиздим это. Нет, это не пиздинг, это мера, которая предотвращает расплодевание сущностей. Бритва Кам такая в исполнении Мединского. Предложил скопипастить Википедию для портала знания.вики. Вот знания.вики, я так понимаю, это будет Википедия для России. Которую, ну, соответственно, понятно, кто будет модерировать. Мне кажется, сейчас не время. Сейчас время не созидать новый контент с нуля. Это сложно догонять. А агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту Википедию, да и все. Сказал человек, которого я упомянул. По его словам, 99% статей Википедии контекстно не вредны. А 1% является вражеской клеветой и жесточайше модерируется. И туда... Вы слово правды не ставите никогда. Слово правды. Короче, я не говорю, что он долбоеб и что он хуйню предложил. Это нормально. Он долбоеб, что он в том смысле, что он как бы, ну, не идет против вот этой темы со знания.вики. Это просто бессмысленный сайт. Но он принял его. Он, наверное, просто, я не знаю. А что ему еще делать, если он внутри системы находится? Он внутри системы, если он пойдет против, как оно, блядь, я уже забыл сайт, знания.вики. В 2018 году последнее большое простое число было. Это 24 862 48. Вот.
2018... Больше никто этим не занимался. После 2018 года всех хуй забили. Всем поебать. Всем просто... Я все мечтаю, когда... моя мечта никогда не сбудется. Чтобы российская Википедия выглядела вот так вот. Мне очень нравится этот новый дизайн. Он намного более читабелен, чем то, что есть у нас. Но Russian Википедию не будут обновлять уже все. Этим никто не занимается. Никто, я проверял. Я проверил. Это достоверные сведения. Всем похуй. Какой охуенный трек играет этот трек, который называется Шикей Малонг. Буду рисовать, блять, тень от члена под этот трек. Она слишком бледна. Она должна быть огромной, густой. Вот настолько густой, блять, абсолютная тень, абсолютно черная, блять, с нулевым альбедо. Прежде чем рисовать тени члена, мне, наверное, следует закончить полосками, но не хочу заканчивать полосками сейчас на стриме. Это, наверное, муторно, ебуторно. Это бред полный, он как будто, блядь, как будто у него нахуй... Мокро. Мокренько. Я ставлю тень на штанах, наверное, на другие периоды. Хилов. Привет. Привет. Где, каким образом я могу сделать эту картинку лучше? Я мог бы сделать тень от кармана. Это очень легко, это очень просто. Набедренная тень. Как ваше набедренное снаряжение, которое вы носите с собой каждый день. И которое включает 9-миллиметровые элементы вооружения. Блять, это не такой крутой трек, как я думал. Это не такой крутой трек, блять. Особенно вот этот речитатив, нахуй. Пошел нахуй, чувак, с речитативом. Я терпеть не могу, когда ты начинаешь слушать какой-то классный, прикольный, охуительный трек. Просто разъебный, нахуй. Трек тысячелетия. А там вдруг после этой лирики всей начинается какая-то хуйня, которая называется что? Речитатив. Репчик. Вот если бы Оксимирон какой-нибудь это сделал, если бы Оксимирон подошел такой и, типа, начал въебывать, вот это было бы круто, но это не Оксимирон, это был, блядь,
Супер классно. Я сделал тень, которую никто никогда не увидит, блять. Тихо. Никто. Но на самом деле она подсознание будет восприниматься, и ремень теперь приобрел объем. Никто этого не заметит, когда будет смотреть. Но это такая мелочь, но это важная мелочь. Это мелочь, которая предназначена для того, чтобы никто не увидел. Не увидел. Сознательно. Никто не будет рассматривать вот эту вот маленькую тенёху, которую я тут нарисовал. Но подсознание увидит. И поймет, что у ремня есть объем. И ремень немножко налезает на штаны. А это круто, это хорошо, когда ваш ремень налезает на штаны. Пожалуйста, пожалуйста, не снимайте ваши ремни прямо сейчас. Не вытаскивайте их. Не вынимайте ремень. Мальчики не любят, когда с ними общаются и взрослые и вынимают ремень какой-то, блять, вот из своих штанов или трогают их. Но мальчики, это мальчики. Однако сейчас. Тень. Если тень получается так хорошо, то почему бы не сделать тень 2? Но маленькие девочки против маленьких мальчиков, когда с ними беседуют и пытаются создать доверительную обстановку, они немножко более склонны вам доверять, если вы сидите прямо напротив них и вот так, может быть, даже пытаетесь наладить контакт зрительный, глядя прямо в глаза. Может быть, если вы приобнимете маленькую девочку, она будет вам больше доверять. Но с мальчиком такое не пройдет. Мальчик будет чувствовать себя некомфортно под вашей рукой. Пособие для, блядь, педофилов. Но это реально, это все реально, на самом деле. А к чему это? К чему это? Вот, к тому, что... Ну, девочки тоже не будут одобрять снятие ремня, если честно, перед ними. Всему как бы мера должна быть. А это к тому, что мальчики более аутичные. Если вы попробуете общаться с человеком, у которого есть аутизм или... Аспергер какой-нибудь, расстройство аутистического спектра, он тоже очень, ему очень не понравится вот этот вот тактильный контакт. Не трогайте мальчика такого, он еще больше разозлится. Вот он разозлится не потому что, да, потому что у него аутизм. Но почему мальчики этого не любят, тоже объясняю. Потому что мальчики по природе своей аутисты. Это правда. И это правда. Есть люди, которые связывают, в принципе, аутизм и количество тестостерона. Плюс-минус. Вот. Maybe действительно есть какая-то связь. Может быть, это пятно света убрать нахуй? Да. Супер. Вот все говорят, что мужики сволочи и все такое. Я не знаю, не знаю, правда ли это, правда ли, что все мужики сволочи. Но я могу сказать, что все мужики, да, в какой-то мере аутист. Потому что вот как бы ваш пол предопределяет это. Ваш пол это предопределяет. Блин, прикольно, прикольно получилось, нормально, классно. Привет, Макс Пейн, как у тебя дела? Ты съел свои таблетки сегодня, обезболивающие? Hello, hello, я спас сегодня мир. Нет, ты просто, блять, ты просто расстрелял огромное количество людей и все. Ты думаешь, это нормально? Ты думаешь, это хорошо? Хочу апельсин. Хочу апельсин. О, бой! Скруж 23.08.
меня. Ну, я обещал в конце стрима раскрыть секрет рисования теней. Так, я стопорюсь немножко. Что дальше, чем заняться дальше? Куда еще тени применить? На правую руку. Правая рука вообще без теней осталась. Левая тоже без теней. Но не хочу тени рисовать теперь, мне надоело. Я буду сосредоточен, наверное, на больше на... И на... Спокойной ночи, пересмотрю завтра. Да я уже заканчиваю, на самом деле. Куда делась вторая тень? Уже заканчиваю, думаю. По крайней мере, часть с рисованием я планирую закончить. Вот. Это значит, что я просто сейчас скажу, как я делаю тени. Это супер просто. Ты берешь инструмент, карандаш, кисть, что угодно. После этого ты берешь черный цвет, применяешь черный цвет к твоему карандашу или кисти. И яркость либо своей кисти, то есть непрозрачность своей кисти, либо слоя, который отвечает за тени, ты делаешь на 40 или на 30%. То есть, по сути, я просто мажу черным цветом, который немного... Вот этот слой так выглядит, слой с тенями выглядит так. Его прикол только в том, что его непрозрачность стоит на 40%. И все. Вот и все. То есть это как бы полупрозрачный черный цвет. Это супер просто. Кто-то, может быть, так делает, кто-то, может быть, иначе. Кто-то, может быть, вручную подбирает цвета, да? Но это делается по тому же принципу, если вы вручную подбираете цвета для теней. Просто берете основной цвет и снижаете ему вот этот вот параметр B, brightness, яркость, на, я не знаю, там, на 30%, чтобы получилось 70%. Все. У вас получается вот этот цвет, и вы точно так же рисуете им. То же самое получается. Чем заморачиваться. Потому что если иначе делать, то, ну, можно зафакапиться где-то. И у вас будет насыщенность где-то смещенная. Из-за смещенной насыщенности залупа будет. Будет выглядеть некрасиво. Будет выглядеть как, блядь, не тень, а... херь ебаная. Вот. Про формы? А, форма это да, это просто лишь это скилл, это ладошкой ты водишь и все. Этого не передать, это не описать. Это, да, скилл, это с привычкой приходит и все такое. Вот и все, наверное, по поводу рисования я закончил. Наверное, больше не буду мучить. Я потом открою этот файл, свежим взглядом на него гляну. И придумаю, что еще сюда добавить или что отнять. Но пока все. Ох, вот тут складка хорошая получилась на колене. Прям как будто коленная чашечка выпирает. Что еще поделать сейчас? Я не знаю, у меня как бы полчаса есть свободные. Ну стоит ли? Стоит ли? Я не планировал долгий стрим на самом деле. Скажу, наверное, какие-то вещи просто. Скажу, типа, что... Ну, знаете, бывает иногда, что происходит такое, что кусты ходят. Кусты ходят. Я помню рассказ чувака на имиджбордах, который служил на в Джорджии, это
на русском языке в Грузии, где там была военная база, и он был ночным как бы сторожем, ну, сторожил эту базу ночью. И вдруг он заметил, как движется куст. И он подумал, что это чувак в камуфляже просто. И начал на него орать и тыкать оружием. Но куст продолжал двигаться. Чувак испугался, подозвал другого чувака. Два чувака орут на этот куст и угрожают ему расстрелом. Они стреляют перед этим кустом, около него. А он не останавливается, он продолжает двигаться. Они все испугались, охуели. Один чувак сказал, это, блядь, разработка русских специальная. Это не человек, это разведывательная какая-то, блядь, штуковина. Мы должны выстрелить в нее. Они стреляют в этот куст, он продолжает двигаться. Ему на все похуй. И они испугались, типа, говорят, закрывайте базу, бункер, чтобы ничто не пробралось внутрь и не забрало дальше разведданные. Они зовут третьего, четвертого чувака. Самый смелый из них подбегает к кусту, шлудит его, трогает. Это ягодный куст был небольшой. И говорит, это обычный куст. Но когда он стоял около него, этот куст тоже стоял. Это просто куст, там ничего нет. Он растет из земли. Но каким образом он двигается? Он растет из земли, блять, он укоренился здесь. Как будто бы всю жизнь стоял. Вы курили что-то или что? Я пошел спать. Он ушел спать, и он продолжил. И потом, после этого, куст продолжил двигаться. Пока не подошел к военной базе вплотную и не остановился там. Когда реально трезвый мужик, чувак, мистер супер-лейтенант Капитанович начал разбираться с этим, он сказал, блять, тут ничего нет, это никакие технологии, это не человек замаскированный, это ничего. Он просто взял мачете и выкорчевал этот куст. Ну, корчует, конечно, лопатой, он просто срубил этот куст и все, и больше ничего. Люди испугались движущего куста. Вот такая вот байка прикольная есть, я ее просто рассказал, и я не дам никаких оценочных суждений этому поводу. Я, конечно, уверен, что это выдумка, но это прикольная выдумка, забавная история. Я рассказал ее напоследок, просто перед тем, как выключить стрим. Спасибо всем, кто был здесь. Опасайтесь людей, которые маскируются под кусты, и остерегайтесь людей, которые являются кустами. Держите дистанцию от технологий, разведывательных технологий русских, которые прикидываются кустами. Но, в принципе, наверное, и от кустов тоже желательно держаться подальше, от ягодных кустов. Мы не знаем, что это такое. Мы не знаем этого мира. Досконально, даже на 99% мы понятия не имеем, что это, блядь, за место такое. Может быть, все что угодно. И если после того, как я сказал это, кто-то из вас погибнет от рук куста, мне будет обидно, потому что я сделал все возможное, все, что было в моих силах, чтобы уберечь вас. Видит Бог, которого в сущности и нет. Я пытался. Я правда пытался спасти хоть кого-то. И я надеюсь, мои усилия не уйдут напрасно. Пока. И спокойной ночи тем, кто ложится спать.